Камера домофона фиксирует, как молодой человек с кем-то активно беседует по телефону. Не кладя трубку, он заходит в подъезд и поднимается к пенсионерке, а затем уходит, также не отрывая трубку от уха. Представился капитан полиции, дознаватель. Ну, в общем, он мне вот что говорит, что мы должны провести следственный эксперимент, и вы типа должны нам помочь. Для этого нужно снять все деньги с банковского счета, который у вас есть, и после этого мы вам перевыпустим карту. Курьер забрал у пожилой женщины 400 тысяч рублей, но далеко уйти с ними ему не удалось. Мужчину задержали в Наро-Фоминске. Криминальную подработку нашел через интернет. Обязанности – собирать деньги у обманутых по телефону людей. За такую работу он получал 10% от преступно добытого. В ходе личного досмотра у него обнаружен изъят мобильный телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении граждан. Установлена причастность задержанного к совершению аналогичного преступления на территории округа на сумму 200 тысяч рублей. Задержанным оказался ранее судимый уроженец Кургана. Курьер практически сразу дал признательные показания. Работал курьером, денежные средства забирал. Вину свою признаете? Да, конечно. Раскаиваетесь? Да. Химкинский районный суд на время следствия оставил мужчину в СИЗО, а сотрудники полиции сейчас продолжают устанавливать остальных участников мошеннической схемы. Владислав Грачев, сервер Бекмамбетов, новости Химки ТВ.